Софья Ковалевская, Барсия Рут, Софи Жармен, Ольга Ладыженская. Сегодня у списке сусветно знакомитых женщин математику больше 40 прозвищ. На вот первый программист планеты, так само женщина, графиня Лаулейс. Хоть и лечится, что до докладных наук больше здольные мужчины, представницы пригожей половы человечества свой след у математики так само покинули. Правда, при этом все-таки признаются. Доказать, что ты лепше, часом вельми непросто. На вот на те же международные школьные олимпиады девчин часто просто не берут. Миновито с этой нагоды, с 2012 года проводится Европейская математичная олимпиада для старшеклассниц. Все лето у ее приняли удел больше 60 человек из 16 краин Европы. Гамельчанка Юлия Куриленко тримала бронзовую узнагороду. Конкурс для того, чтобы девушки могли себя проявить, потому что, как правило, на международной олимпиаде по математике есть одни парни. Там очень мало девушек по процентам. По-моему, говорили, что там около 16%. Для Юлии Куриленко это не первая перемога. По сутности, из-за прошения на международное споборництво она отримала по выниках выступлению на республиканских олимпиадах. До речи, сама Юлия до математиков мужчин относится с симпатией. По-перше, любовь до предмету у значной ступени от классного керовника, наставника-методиста Александра Струка. По-другое, начиная не с 5 класса, она отспречивает статус лепшей у математики с одноклассником Егором Дубовиком. По сутности, их и рихтовали по подобных методиках. Опыт немножко есть у нас с Егором Дубовиком, уже два раза ездил на международные олимпиады, привозил бронзу с 56-й в Таиланде, международной олимпиады в Дуганконге, 57-я тоже бронзовая. Для Юлии Куриленко эта перемога уже другая в этом году. У лютом она привезла диплом третьей ступени с Балтийского конкурса доследчих работ. У 51-й Гомельской гимназии этими перемогами гонорация. У Рещи это выник шматгодовой метанакированной работы. Только по выниках опошней республиканской олимпиады по учебных предметах 51-я Гомельская гимназия отримала 11 дипломов, больше, чем любая иншая средняя научальная установа в области. Что тычется Юлии Куриленко, то на перде у ее еще одни споборництвы и поступление у Белорусский державный университет, не глядя на то, что как переможца республиканской олимпиады поступать она может без экзаменов, девчина все-таки вырешила сдать ЦТ, как еще раз проверить свои веды. 22 красавика Юлия Куриленко прими удел в олимпиаде, якая пройдет в Белорусском державном университете. Их это будут ее апошние споборницы у статусе школьницы. В осенью девчина поступит у ВНУ и будет учиться на программиста. Кто ведает, махчима еще раз несколько годов, мы снова почуем об Юлии Куриленко, как об инноваторе у сферы высоких технологий. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».